очень люблю работать на природе, потому что природа всегда меняется, она изменчива, она настоящая, это наша реальность, и это самое красивое, мне кажется, что может быть. Я получаю от этого большое удовольствие, от этой работы, потому что в процессе вот этих изменений природы все время надо поймать нечто для себя новое, открыть, и в то же время следовать вот этим всем законам природы. И это всегда интересно. У вас вот в картинах присутствуют как вот такие подмосковные мотивы, какие-то тропические, гагеновские мотивы, грузинские также. Вот вы давно работали, вот, допустим, в той же Грузии, в Тбилиси? В Грузии работала давно, когда еще ездила туда с папой. Это было, в общем, достаточно давно. Сейчас больше работаю здесь. А вообще выбираю, это не связано даже со временем. Это связано просто с теми задачами, которые я ставлю перед собой. У меня нету периодов, так скажем, каких-то определенных. Просто что-то мне хочется делать, я это делаю. И это не всегда бывает какими-то сериями. Это может быть совершенно отдельными работами. В конце 70-х и 80-е годы в наше тогда еще советское искусство вступила такая большая группа замечательно талантливых женщин. Туда относятся и Назаренко Татьяна, и Наталья Нестерова, Елена Романова и много-много других. Вот как бы к этому же группе, ну, кто-то раньше начал, кто-то постарше, кто-то чуть позже, помоложе. Вот к этой же группе замечательных таких одаренных российских или, скажем так, советских женщин можно отнести и Нателлу Георгиевну Таидзе. Она происходит из такой очень известной художественнической семьи грузинских скульпторов, графиков Таидзе. Там разные поколения, и там были художники, иллюстраторы, скульпторы, живописцы и так далее, и так далее. И здесь можно на выставке увидеть работы ее отца. Это портрет самой девочки Нателлы, сделанный вот Георгием Таидзе. Он тоже представлен на выставке. Так что эта фамилия, как видите, для советского искусства, ну и грузинского, а теперь и российского искусства, не такая вот ничего не значащая, как бы она имеет свои очень интересные корни, основу и так далее. Но, как это и положено, и как это и должно быть, и все Таидзе, они все разные. Они носят одну фамилию, но они очень разные по направленности творческой, по там, мастерству и так далее. И художницы, те, которые, о которых я вот говорила, вступившие в 80-е годы в советское искусство, они тоже все очень разные, очень непохожие друг на друга. Вот что характеризует, вот, на мой взгляд, творчество Нателлы Георгиевны Таидзе? На мой взгляд, ну, во-первых, она сторонник вот такого натурного, натуры. Она пишет всегда с натуры. И это, так сказать, не фантазия даже, не выдумка, но это натуральный какой-то мотив, который подсмотрен, увиден ею на природе. Она обожает природу, это видно здесь, преобладают пейзажи, фрагменты пейзажев, пейзажа каких-то таких подмосковных, ну и не только подмосковных, натюрморт, бывают и так далее. А при этом она явно, будучи вот такой хрупкой маленькой женщиной, тяготеет к таким монументальным полотнам. Ну, она
она и училась как бы вот искусству монументализма такого, монументальному искусству. И это большие полотна и очень декоративные, как это положено быть вот в таком монументальном искусстве, которое рассчитано на то, что на него смотрят немножко издали. Это предметы, это картины, которые очень хороши в больших пространствах, в больших залах. Но не только. Тут есть такие лирические, камерные произведения, но подавляющее большинство – это большие, декоративные, такие вот полотна, изображающие пейзажные подмосковные мотивы. И в них всегда заключено, это женское очень искусство, безусловно, оно лирическое очень, эмоциональное. Эта эмоциональность вот так вот в нем скрыта, она и открыта, присутствует постоянно. И вот в этом ее особенность, если хотите, отличающая ее от других работ, от других художниц. И мы очень рады, что эта выставка открывается наконец в Третьяковской галерее. Это первая работа, первые выставки в Третьяковской галерее этой художницы. Ну и мы пожелаем и выставке, и художнице больших успехов. Oh.